Охуеть, ну зачем? Ну, какое это 60-ка? Все, а куда нажимать, чтобы снимать? Новую резину сегодня. Сегодня Даша научилась качать колесо. До этого мы качали неправильно. Мы на заднем ездим уже, а качать его не умели. Каждая вторая тормоз у меня никогда не получается. Я слишком сильно либо нажимаю на тормоз, либо вообще его не нажимаю. Но обычно передавливаю. А когда я стала на ручку пробовать, ну сразу пошел прогресс вообще. Ты сначала разберешься просто, как нажимать, короче, когда отпускать. Ну, тебе нужно, чтобы главное, чтобы тебе правильно ее настроили. Это, ну, легче, в общем, и, ну, ты чувствуешь его рукой, ну, рукой проще. Ну, как с газом, я не знаю, если бы ты газ нажимала ногой, или бы ты газ нажимала рукой. Блин, я бы поехала бы на ее, но я боюсь ее упасть. Правильно, боишься. Он у нас такой необласканный спонсорами мотоцикл, поэтому лучше не стоит. Дублеры немая, все по-спартански, по-мужски. А руль удобно? Ебаш в ноге. Руль хардкор, вообще на клипоны похож. Ты его поднимаешь, да? Ты жмешься к рулю, и из-за этого он не поднимается до конца. Ты не даешь ему подняться. Ну, мне так кажется, не знаю. Да, у меня есть такая проблема. Он жестко опускается, да? А там просто, это, как ее, сальник и пыльник. Короче, там все вытекло. Пипец, вот я сейчас реально поняла, что значит забивать гвозди, потому что было прям жестко. Я не знаю, у тебя как-то игру, типа, это все. Но при этом, вот то, что у меня вот так вот тряска, тут такого нет, поднимаешь сцепление прямо. А тебя расколбашило на твоем? Да. А может быть это из-за колеса? Я не хочу падать. Она очень резкая. Он легче поднимается, чем мой. А неудобно, правда, у меня подножка побольше тормоза. Ну, потом, короче, поставь себе дублер. Мне сказали, что если поставлю дублер, я не захочу больше кататься. Просто, ну, тяжело. Будешь ты есть. Не знаю. Но вот когда ты увидела, ну просто для себя интересно, вот первую серию, когда у меня вышла, не знаю, или с какую-то ты по-любому посмотрел. Да. Какие были у тебя мысли? Ну у нас есть девочка еще одна, Наташа, она тоже на прикере катается. Вот. И на самом деле, первое мнение мое было, это то, что, блин, как круто, что ты... Ну знаешь, я просто в свое время не послушала ребят и взяла Kawasaki. И это была моя ошибка, потому что, ну да, вот Костя мне говорил. Это была реально моя ошибка. Мне все подряд говорили, что Даша, не бери Kawasaki, бери Крики, маленький мотоцикл. Но, как бы, мне, видимо, хотелось больше выпендриваться, чем кататься, то есть тренироваться, вот, поэтому... И вот первая мысль моя была, то, что, блин, ну, молодежь, что послушала, что взяла маленький мотоцикл, потому что у нас еще одна девочка есть, но тоже большая, не знаю, катается сейчас. Ощущение, как будто у тебя вот, не знаю, доска, там, 50 сантиметров, трехметровая, ты по ней, держа баланс, тебе нужно выдернуть четко вот с этого места. Раз, чик, вверх пошла. Вот ты тренируешься на площадке, да, и выезжаешь на соревнования, и понимаешь, что все, что ты до этого тренировался на площадке, это вообще фигня вся полная. То есть вот на соревнованиях ты видишь свой результат по факту. То, что, вот, что ты все видят. На площадке ты один. Ну да, на площадке как бы тебе проще, здесь ты можешь раскатываться, у тебя нет нервов. А вот на соревнованиях ты выезжаешь, и как бы вот, вот если ты до этого, у тебя не было ошибок, ну, то есть какие-то были ошибки, то все ошибки, которые были на тренировках, они все выползают на соревнования. Тяжело выровняться в этом положении, когда одна нога сбоку, а вторая посередине. Мне тоже, если я буду поднимать одну ногу здесь, вторая, не знаю, так,
попробуй, нормально. Даша права, да, безусловно, но как бы все это очень такое относительное неудобство. Отдельно тебя? Да. Вот, ну отчись, короче, я на каве так делала. Я просто нажимала ступени и быстро кнопку. Просто у тебя дублера нету, как бы, и я как бы так делала. Почему или с чего или зачем? Мне снилось. Мне все детство снилось, я не умел ездить ни на чем вообще там. Ну, на велике ездил, на двух колесах, как все нормальные, наверное, дети. Вот. Но на колесе не ездил, а снилось, что я дубашу и на мотике, и на велике. И какой-то, не знаю, такой навязчивой идеей красной линии через всю жизнь пролегло. А на мотоцикле просто с детства, вообще с детства, там, с каких-то, блин, не знаю, с каких годов, страшно сейчас сказать. Столько не живут. Вам вот не буду говорить. Вот так. И все это привело так или иначе к станту просто.